Так, подушка, брюки. Что же я еще не положил? Даша, извини, что разбудил. Меня вызвали в командировку. В какую такую командировку? Ты только что приехал, ты что? Даш, ну что я сделаю? Только что позвонили, сказали срочно выехать. Кошмар, а не работа. Давай я тебе помогу собрать чемодан. Даш, да ты спи, спи, чего? Я сам. Сам он, ага. А куртка где? Даша, ну какая куртка? Средняя температура плюс 18. Это сейчас плюс 18. А что завтра будет? Ты же знаешь этих синоптиков. Они угадывать могут только прошлую погоду, но никак не будущую. Так, ты иди кофе пей там, яичницу может пожарь, а я чемодан тебе соберу. Ладно, Даш, только много не ложи. Я думаю, что я ненадолго, дня на 3 всего. Поняла, поняла. Так, теплая куртка, самое главное. О, мам, а ты чего не спишь? О, а зачем чемодан? Папа еще только чемодан разбирает, что ли? Разбирает, ага, если бы. Заново собирает. В командировку уезжает на 3 дня. Опять? Да он же только что приехал. А куда он поедет в этот раз? Макс, в этот раз папа поедет в Казань, но ненадолго. Обещаю, как вернусь, обязательно сходим в парк развлечений. Ну или куда там вы давно хотели? Казань? А папа, я в Казань хотел. Я тоже хочу в Казань. Папа, возьми меня с собой, пожалуйста. Всего на 3 дня, ты сам сказал. Макс, ну куда? Папа поедет работать. Что ты там будешь делать? Как это чего? Ходить, смотреть, гулять. Папа, ну возьми, пожалуйста. Макс, извини, я ж не отдыхать еду. Это по работе. Даш, ну что, можно закрывать чемодан? Так, это положил. Саш, подожди, сейчас, да. Чистое полотенце положу, и все, можно закрывать будет. И ну вы так нечестно, я тоже хочу путешествовать. Ездить тут в Казань, я в Казани вообще ни разу не был. Я тоже хочу в Казань. И поеду, только никому не говорите, что я здесь, поняли? Закрывайся же ты! Ой, фу, вроде закрыла. Даша, ну что там, собрала чемодан? Я надеюсь, ты лишнего мне не наложила? Нет, Саша, все только самое необходимое. Ух, а это точно мне все необходимо? Я даже не могу его поднять. Да, только все самое необходимое. Все, Саш, давай, езжай. Все, Даш, давай. Ну, пока-пока. По-моему, мы уже едем. Фу, чуть не задохнулся в этом чемодане. А что это там? Ничего себе! Чуть все не пропустил! Как классно едем! Посмотрите, какой туман! Вау! А если б я не поехал, я бы этого не увидел. Так, куда поедем дальше? Ух ты, Нижний Новгород! Центр гидроторф какой-то. Так, мы куда? Мы прямо, значит, на Нижний Новгород. О, а это у нас уже Чебоксары. А это река Волга. Посмотрите, какая она большущая. Здорово. Вот это путешествие я себе устроил. Лишь бы папа меня не заметил. Ух ты. О, мы едем на пароме. Прямо на машине. Через Волгу. Вот это да! Так я еще не катался! Вот это путешествие! И по дороге поездили, и по воде походили! Я тут слышал, что мы уже скоро приедем! А вот и метро! Я сейчас на метро поеду! На метро поедем! Где же этот паровоз? Так... По-моему... Скоро должны пройти. Так, рамки. Ага. О, вон он, подъезжает. Здорово. Круто. А я еще сомневался, ехать мне с папой или нет. Так здорово, я в чемодане 2 дырки проделал, чтобы мне было все видно. Вот сюрприз для папы будет. Ой, не сюрприз. А для меня сюрприз — колесо обозрения. Вау, а это что такое? Чувствуется, круто погуляем. Здесь очень красиво и классно. Даник, доброе утро. Ты не спишь? Нет, мам, я просто лежу. Ладно, если что, пора вставать. Пойду Макса разбужу. Макс, просыпайся. Макс?
Он что, уже проснулся, что ли? Макс, ты тут? Наверное, в холодильнике. Ищет что-нибудь съесть. Нет, его здесь нет. Так где же он? С девочками, что ли, уже играет? Девочки, доброе утро. Макс, у вас здесь? Нет, мам, я с утра его не видела. Дрыхнет, наверное. Да в том-то и дело, что его нет в кровати. Странно, Максим. Мультики, что ли, смотрит уже? Максим. Максим, ну где он есть? Да гулять, что ли, убежал с утра пораньше? Да ну, вряд ли. Так, ну что ж, Даша была права, здесь и правда холодновато. Достану-ка и курточку. Нужно в магазин сходить, купить что-нибудь из продуктов. Макс? Пап, я все объясню. Ну, давай, будь добр, пожалуйста. Расскажи папе, что ты делаешь в моем чемодане. Да, пап, я же говорил уже, я тоже в Казань съездить хотел, я там ни разу не был. А я из чемодана вылезал по дороге, посмотрел. Так классно, красиво все. Пап, а пойдем гулять? А тут есть парк, а? А может, аквапарк есть? Или просто по улице погуляем, а? Пап, пойдем. Макс, ты издеваешься, что ли? А мама вообще знает, что ты уехал? Какой парк? Какой аквапарк? Я ж по работе приехал. Я сейчас позавтракаю, и мне на работу надо. А тебе-то я куда дену? Ну, пап, ну, мам, не знаю, да. Ну, после работы ты же сможешь погулять, да? Погулять, да. Ну, Макс, ну ты совсем. Так, подожди. Сейчас я позвоню маме и скажу, что ты здесь. А там решим уже, что с тобой делать. Алло, Саш, да в смысле, Макс, у тебя? Как это в чемодане? Как это в Казани? Как это так? Кошмар. Да, Саш, все поняла, ага. Я думаю, куда он делся? Ага, давай. С ума сойти, вот вычудил. Мам, что такое случилось? Кать, да тут Макс у нас в чемодане с папой в Казань уехал. Ого, круто. А почему папа нас не взял? Я тоже хочу в путешествие. Какое путешествие? Когда мы едем в путешествие? Так, девочки, по-моему, прямо сейчас. С этим нужно что-то делать. А вы, ребята, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал Дренога ТВ и смотрите новые, самые интересные серии. Пока-пока. Так, собираем вещи, мы выезжаем.